Друзья, наконец-то выпустила курс по заработку на трейдинге на активном. Переходите по ссылке, смотрите. Так, у меня уже открыта сделка, потому что мне нельзя было медлить. Я увидела ситуацию невооруженным глазом. Вот так выглядит график. Сейчас проведу вам уровни, и вы увидите все более наглядно. Смотрите. Открылась я на пробитие уровня сопротивления. Так, сейчас проведу данного уровня, и думаю, что потенциал движения цены будет до верхнего уровня. Вот этого. В принципе, я на 90% уверена, что сейчас будет пробивать данный уровень сопротивления. Кстати, выложу даже скрин к себе в телеграм-канал, потому что мы прям видим, как цена поджимается к этому уровню. Фактически, может быть, мой скрин послужит для кого-то подсказкой сейчас. Так, вот оно, прошло пробитие. Сейчас цена находится в зоне сопротивления, то есть промежуточный уровень сопротивления. И, пожалуй, я буду закрывать эту сделку в плюс $33, 34. То есть, фактически, сейчас, скорее всего, будет отскок. У нас вот уже $129 на счету. И давайте будем думать. Так, вот уже произошел отскок, и я хочу теперь открыться также на 25%, но с меньшим плечом. Поставлю 20%. Потому что потенциал движения, цена может вернуться прямо вот к уровню, который пробила. И на 50-м плече это может прямо в сильный минус нас унести. В случае возврата к этому уровню я лучше докину еще объема. Так, как и предполагала, цена сейчас находится в зоне, которую пробила. Сейчас эта зона как поддержка, и я добавляю еще объема. Так, и сделку я закрыла в итоге в плюс $8, не успела записать это на экран, потому что нужно было действовать быстро. Так, открываю на повышение, несколько минут понаблюдала за графиком, и по микродвижениям я реально понимаю, что цена стремится вверх. То есть, если сейчас будет еще небольшая просадка, то я буду добавлять немножечко объема, вот, но в целом потенциал движения цены восходящий, сильно восходящий. Пошел импульс вверх, я уже готова закрыть сделку. Просто секунды на секунду нажму на подтвердить. Так, все. Плюс $28. По итогу на счету уже 164. Продолжается восходящая тенденция, продолжает пробивать уровни сопротивления, поэтому я открываюсь еще на повышение. Прошляпила я момент, когда можно было открыться в плюс $15, и нарисовалась уже вот такая вот ситуация, вот такая фигура. Если сейчас цена пойдет пробивать этот уровень поддержки, то логично мне будет переобуваться и открываться в другую сторону. Потому что ситуация, скажем так, неоднозначная, и в принципе я готова переобуться. Я понимаю, что сейчас уже, скорее всего, будет нисходящая тенденция, вот потому что цена стремится пробить этот уровень. Так, вот оно, пошло пробитие, и мне срочно надо закрывать позицию. Так, закрылась я в ноль, и буду открываться на понижение. То есть, фактически, вот, посмотрите на ситуацию, она пробила уровень, и я осознала, что в мою сторону уже не пойдет, и вот, открываюсь на понижение. Так, готова закрывать эту сделку. Плюс $21.5. Вот цена уже подошла к зоне поддержки. Так, на балансе уже $183. И нам осталось с вами буквально $17. В принципе, отсюда и будем от этого уровня открываться, потому что по-любому должен быть отскок.
Так, и здесь я уже готова закрываться. План выполнен. Плюс 22,5 доллара. Итак, по итогу на балансе получается 204 доллара. План выполнен, поэтому я вывожу свое, жму перевод. Из фьючерсов спотовый 104 доллара. То есть тело депозитов 100 долларов остается на завтра. Всем пока!